Аффирмации для отличного начала дня. Повторяйте данные фразы каждое утро и наблюдайте за удивительными изменениями своей жизни. Если вы регулярно просыпаетесь в плохом настроении и подвержены негативному мышлению, то данная конкретная техника поможет перепрограммировать ваш мозг. И эта техника называется аффирмацией. Или позитивные установки, или намерения, как хотите. Работает это довольно просто. Сейчас я буду говорить аффирмации, которые отражают наши с вами стремления. Затем вам нужно будет их про себя повторить. И так каждое утро. И аффирмацию мы повторяем по 3 раза каждую. Сейчас предлагаю прикрыть глаза. Сесть или встать удобно, как вы хотите. И начать повторять, но при этом пытаясь максимально прочувствовать каждую фразу. Итак, поехали. Эти аффирмации придадут вам энергии позитива. Сегодня удивительный день. Сегодня удивительный день. Сегодня удивительный день. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя прекрасно. Я разрешаю себе радоваться и быть счастливым. Я разрешаю себе радоваться и быть счастливым. Я разрешаю себе радоваться и быть счастливым. Я верю в себя и свои силы. Я верю в себя и свои силы. Я верю в себя и свои силы. Вселенная любит меня. Вселенная любит меня. Вселенная любит меня. Я желаю всем любви и счастья. Я желаю всем любви и счастья. Я желаю всем любви и счастья. Впереди только хорошее. Впереди только хорошее. Впереди только хорошее. Я все могу. Я все могу. Я все могу. Все, что я делаю, приводит меня к успеху и процветанию. Все, что я делаю, приводит меня к успеху и процветанию. Я благодарю жизнь за все, что у меня есть. Я благодарю жизнь за все, что у меня есть. Я благодарю жизнь за все, что у меня есть. Моя жизненная энергия увеличивается с каждым днем. Моя жизненная энергия увеличивается с каждым днем. Моя
моя жизненная энергия увеличивается с каждым днем. Благодаря такому настрою даже самое мрачное утро наполнится позитивом и радостью. Дело все в том, что мы сами программируем себя на успех или на какие-то неудачи. А если каждое утро проговаривать данные утверждения, то наше подсознание поверит в то, что мы говорим, и начнет меняться. Я вас уверяю в этом. Повторяйте эти фразы каждое утро и наблюдайте за удивительными изменениями в своей жизни. А с вами была Юлия Жукова.